Да просто собрались как-то прокатиться по водохранилищу, ну, маленько щуколей половить. Все посмотреть, ловятся они, не ловятся. Лодка быстрая, хорошая. Заходим, первый залив. В мельничный зашли. Вот он, Михайло, стоит на берегу. Нас увидел, убежал. Заходим в Руденкин. Ха, такая же беда. Там лесочек как раз в долинке спускается. И вот он стоит, выглядывает. Сначала даже не поняли, что медведь, думали коряга. Стоял у нас, смотрел, пока не осознал, что его заметили. И был таков. Пошли дальше, вверх. А дальше вот что вышло. Одни уши торчат. Он, наверное, за байдаркой и пошел. Так он, может, уже ее съел? Миша, Миша, теса, теса. Миша, Миша. Слушай, я бы не стал бы такую реку переплывать, он шпарит, да? Передумал. Михайло! Да он немедленно плывет там. И он еще не напрягается сильно. Да. Лишь бы мелко не стало. Дышит, слышно, как дышит. Вот такой вот у Михаила. Ну, как собак нерезанных. Далеко ушел, что ли, так? Мы ему обломали, слушай, походку. Не догоняй его. Рыкает, бляха. Миша, Миша. Ну, почти доплыл уже. Представь, он сейчас как выбегать будет быстро. Полпути, он бы переплыл его, если бы мы не помешали ему. Шпарит. Как тут не этот. Где-то на уши поднял. Материться будет интересно, нет, когда на берег выйдет. Здоровая, ага. Ага, по лесу побежал. Вот! Ломается, идет. Так он... Ага. Убеги ты от него, да? Ну. Да кого? Он ломает деревья. Ну. Вот дурмашина. Он напрямую, короче. Дорогу топтать не стал.
Вот и встретишься с таким в тайге. И попробуй, объясни ему, что ты ему не враг. Такая получилась у нас рыбалка. А не рыбалка, а зоопарк какой-то. Давненько я 3 медведей за один день не встречал. Разве что когда от Тынды до перевоза по Гилюю сплавлялись. Ох, там много медведя было. Это еще мы шли на катамаране, балдели, разговаривали. А мужичок за нами шел, один на резиновой лодке спускался по тому же маршруту. Так с его слов, за всю поездку 52 медведя насчитал. Вот как-то так.